Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале ZevGaming, с вами, как всегда, Александр. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Call of Duty. Давно у меня не было видеороликов по колде, в основном был вот недавно стрим по четвертому сезону. Сегодня конкретно у нас Black Ops Cold War на смотре, на видеоролике. Сегодня мы с вами, конечно же, попробуем поиграть и сделать какую-нибудь красивую игру на новой карте, называется на HitchCat 24/7, то есть она будет постоянно как Nuketown. Кстати, мне она больше понравилась, чем Nuketown, потому что Nuketown тоже по стилистике очень похож на вот эту карту, то есть именно то, что у тебя три пути движения, да, то есть там заходов там сбоку как таковых нету, то есть у тебя три вот туннели, так скажем. То есть такая туннельная карта, но все равно все-таки поинтереснее играть на корабле. Плюс, учитывая, что я очень много проводил время, играя в мобильную версию игры, а там эта карта была изначально. И мне очень, так сказать, эта локация понравилась, поэтому, конечно же, мы поиграем. Плюс еще у нас есть огневые группы канал связи, мы его тоже попробуем поиграть, но это будет в другом видеоролике. В общем, он выйдет уже после выхода этого, поэтому если этот, например, вышел вчера, там еще, ну, в зависимости, когда вы смотрите, то, возможно, на канале уже есть и огневые группы канал связи. Тоже новый режим, и, в принципе, он у нас подходит под вот это вот испытание, потому что у нас есть вот такой вот дейли, короче, три дейлика для того, чтобы получить вот такой вот интересный револьвер. Конечно, скин такой себе, но все равно почему бы не получить, раз очень легкое у нас получение этого скина, плюс револьвер реально очень годная тема, поэтому мы, конечно же, это все выполним. И вроде бы, да, не знаю, тут еще командные игры есть, но это, мне кажется, что это бред какой-то, то есть, ну, это старое, я имею в виду. Поэтому вот эти два у нас будут на осмотре, а сегодня мы, конечно же, с вами поиграем на вот этой карте Hijacked какой-то, в общем, на даже это не корабль, это яхта по большей степени. В общем, на яхте мы нажимаем, начинаем, играем и мы со всеми, то есть здесь кросс-платформа, что очень интересно. Хотя, как такового преимущества на самом деле нет, потому что у плоечников на таких вот, ну, консольщиков, даже так бы я скажу, потому что здесь же и боксеры тоже будут, мы сейчас здесь вот увидим. У них очень хорошая, так сказать, помощь, поэтому они там разносят просто лют. У меня дружище играл и на Xbox сейчас играет, да это на PS4 Pro играл. Он говорил, что да, там просто... мы еще играли на Modern Warfare. Он говорил, что залетаешь просто на Shipnet или еще как-то так называется карта, точно не помню. И все, и там просто автонаводка это жестко работает. Кстати, я присоединяюсь к катке уже готовой, это плохо. Поэтому, возможно, мы две каточки с вами сыграем, чтобы понять. Убийство подтверждено, но это быстро, да, это быстро будет катка. В общем, не забывайте подписываться на канал, ставить побольше лайков, пишите комментарии, играйте, не играйте в эту игру. И вообще, чё как кого. Кстати, я вам покажу, какой скин дается, по-моему, на 5-м или на 4-м уровне боевого пропуска. Мне он очень понравился, на самом деле, боевые пропуска стали более кастомизированными, идти более такими красивыми, яркими, сочными. После того, как... Кстати, мина сразу доступна, ни хрена себе. Там же чел был, подождите. Я, конечно, пока привыкну, потому что... Ну, там был. Блять, а кто? О, там снайпер. Ей не будет этого делать. Пособираем пока что, потому что сбор нужен. Не знаю, где мину поставить, потому что все-таки у нас командный бой. Но я, наверное, поставлю вот здесь. Подожди, а, вот. Не то я нажимал. Понятно. А мина там какая-то работала, кстати. Интересно, моя мина работала или нет? Да, это мина нашего человечка. Дайте убить кого-нибудь, а? Да, сзади нас убили. Ну, мне, по идее, можно взять... Так, мы сейчас возьмем что-нибудь интересное. Вообще, по идее, здесь бы... Вам показать бы... Блять, на перезарядке меня взяли. Ну там два патрона, зачем я начал перезаряжаться? Ну это уже, знаете, это болезнь такая есть, когда ты перезаряжаешься просто... Ни хрена себе. Сверху или снизу был? Подождите, я не понял. Сверху или снизу был? На запись, конечно, все не так. Бля.
блядь, если бы сзади еще заходил, я бы его перестрелял. Реально успел бы перестрелять. Но сзади заходили, сзади. Не, ну здесь бы, конечно, на записи какое-нибудь подтверждение. А, что у меня с МП-5-ки? Ну да, на такой дистанции. Дистанция-то вообще миллиметражная была. Неудивительно. Ой, нет, братан. Снайпер! Не смог перестрелять! Так. Восстановили здоровье. Все нормально, это наш там чел. Подожди, а мне не нравится то, что здесь уже наша бегает. Подождите. Блять, да ты шо? Ты шо делаешь, а? Блять, сверху сидит, да? Ах, гаденыш-то. Подожди, а он же, по-моему, сверху, нет здесь? Это что было сейчас? А, вот этот револьвер я хотел бы вам показать. Это очень мощная штука, крупнокалиберный. Какой-то ревик. Пистолетчик, да, замечен. Нет. Блядь, ну почему такие долгие перезарядки? Вот коллажи нулевые, у него даже... ну да, тут я ничего не сделал. Тут крупнокалиберный пистоль. Это жесткая тема, реально. Там просто одно попадание в область чела, и все, это будет минус. Поверьте мне. А откуда стреляли, я не понял. Не могу понять, откуда стрелять. О, двое выходило. Блин, а может мне попробовать ппшечкой побегать, а? Ну мне, посмотрите, вот этот скин мне прям очень сильно нравится. Да ну, да, нормально, на респе просто. Чел стоит, я даже не понял. Окей, самолет-шпион готов. Давайте хоть что-нибудь закажем. Кстати, вот эта ппшечка, это АК-47, только именно ппшечка. Бля... Очень мощная, перезарядка не нужна была сейчас. Я же ушел. Вот это мне очень нравится. То есть у меня вроде бы еще остались патроны, я мог просто, так сказать, на подавление сыграть, дождаться, пока там все это вот... Так, кстати, я там кого-то глушанул. Бля. На поражение, да. Но я подключился, кстати. Я подключился к матчу, поэтому... Хотя 9-13, ну да, 9-13, это не тот результат, который надо на запись. Но мы еще сыграем, потому что катка очень быстро у нас была. Карта, кстати, очень прикольная. Как видите, довольно простая. То есть здесь реально скины открывать будет очень легко. Единственное, что я не знаю, дальние убийства вообще у нас были здесь. Но вот головоломки, еще что-то. А, вот. Сейчас мы, знаете, что с вами сделаем? Мы сейчас побегаем с вами с новой тоже пушкой. Кстати, да, вот 9 уровень я взял. Окей, вот этот чел, конечно, он такой... страшненький чуть-чуть. То есть он вроде бы как бы нормальный, когда смотришь на скине, но у него такой типа камуфляжа, такое ощущение, что он на гаста похож. Так. А чё? А, все это типа такая прогрузка. Вот. А, короче, вот с этой пушкой. Эта пушка дается тоже по этому боевому пропуску. Она дается вообще, по-моему, в самом начале, что ли. Или, подождите, или на предыдущем она давалась. А, на предыдущем. Да, у меня там, кстати, очень мало скинчиков осталось. Точнее, ну да, вот задачу выполнить. Пулемет мы, кстати, как только я открою, я тоже запишу с ним видеоролик, как только его прокачаю вообще. Вот видите, я говорю, что сейчас в этом боевом пропуске прям скины атас какие идут. Очень крутые, очень четкие, мне нравятся, яркие, красочные, но в принципе такое и должно быть, потому что игра это же не какая-то симуляторная игра, да, это в первую очередь аркадная, потому что как таковой отдачи здесь нету, здесь кто первый выстрелил, тот и победитель, кто более убойную пушку собрал, тот молодец, то есть в некоторых ситуациях побеждают, соответственно, челики, которые там используют пистолеты или ппшечки, потому что здесь пистолеты есть очень убойные, очень скорострельные, а если на дальней дистанции, то если ты точно в голову стреляешь, соответственно, ты там побеждаешь, ты тащишь, то есть здесь как бы нет как такого преимущества именно по скиллу. Если ты первый попал, первый среагировал, все, ты в ударе, ты, естественно, займешь первое место здесь. Но здесь первое место не только занимается за счет убийств. Кстати, здесь убийство делается очень интересно, потому что Modern Warfare там конкретно тебе нужно убить. А здесь ты можешь сыграть просто на опережение. То есть ты можешь больше дамага нанести, тебе засчитается это как ликвидация. Или наоборот, например, ты можешь...
последний, так сказать, выстрел сделать. Это тоже будет считаться как ликвидация. И таким образом ликвидация пойдет и тебе, и тому, кто нанес много урона. Поэтому здесь как-то странная система такая. С другой стороны, для таких вот работяг, как меня, которые заходят просто отдохнуть, и да, они... Окс, на захвате мы сможем сделать красиво. Надо было калашик брать, мне кажется. В общем, можно, можно здесь реально. Так. Чего, блядь, чего он стреляет там? Табака. Казалось, что... Блядь, там кто-то сидит. Блядь, показалось, что там полоска светит из жизни. У него же скин качанный есть. Альфу теряем. Право под контролем. Мы выходим вперед. Так, подождите, альфу там защитили? Да, защитили. Все, окей. Чел, что-то непонятно. Там подсольник типа доступен как оружие. Занимаем Чарли. А, да, вот. Самое интересное, знаете, что бесит в этой игре? Что чел может в упор выстрелить тебе. Вот, видите, с дробовика в упор может выстрелить тебе с подствольника. И при этом он себе дамага не наносит. И это очень сильно бесит. Видите? Вот, что за прикол. Но я все равно, я достал. Я поэтому говорю, что здесь, конечно, можно сделать красиво, можно сделать отлично. Сам себя, блядь, душанул. Ну, это вообще такой бред, я не знаю. На таких картах маленьких нужно запретить это дерьмо. Реально, чел просто. То есть тут уже ты ничего не сделаешь против. Против этой залупы. Вот так вот, вдохни дерьма кусок. Это отлично. Самое главное, чтобы нас сюда не выстрелили вот этой темой, потому что газомина тогда собьется, и это будет очень печально. Не хотелось бы. Блин, тут зона, кстати, маленькая. Противник занял Чарли. Отлично. Зону права. Зона альфа под контролем. Захватываем. Давай, пацаны, пацаны, захватываем, захватываем, нормально. Все, отлично. Так, самолет шпион. Сразу же. Шпион. А, ну мне бы умереть, чтобы обновились бы мои. Подождите, а как не... Ой, да по голове не убил, как? Печально, 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 печально. Ну не знаю, я головку вроде бы должен уже здесь забрать. Так, мины, конечно же, я переберегу. Там второй был. И вот вообще говорил. И мина уничтожена моя газовая, естественно. То есть и типы причем не заходили еще на точку. Это печально. Блять, вот. Ай, жена тут понаставила коробочек. Противник получает снабжение. Просто на контроле ходят. Господи, давайте калашик возьмем обратно. Где тут платина моя? Обалдеть, видите, просто на таких картах, где ты должен двигаться, где ты должен просто делать вещи, челики просто ходят на контроле. Я не знаю, что происходит. Вот реально, вот зачем вы заходите вообще в этот режим? Вот я не знаю, если вы так играете, то вот объясните вообще причину вашего захождения в такие вот режимы. То есть вы заходите, вы сидите, и при этом вы не делаете экшена, да? Потому что на этих картах вы должны экшен получать просто несусветный. Вот. Вот опять 25. Вот она, вот она зашла, взорвала и все. Что у нас? Ну мы выиграем, в принципе, мы выиграем, нам без разницы. Единственное, что здесь гранаты теперь у нас, а не коктейль Молотова. А коктейль Молотова на вот этой вот именно...
Шляпа. Просто шляпка. Хорошо выходил, хорошо, но... Много, конечно, их было, много их было, очень много их было. Мы победили, да? Победили, победили. Вот теперь уже другое вообще дело, другое дело. 16 к 9 идут, 12 целей, то есть убийство целей, 5 захватов. Нормально. То есть я, по идее, по захватам хорошо идут, но у нас... А, у нас 2 вообще? То есть мы еще в меньшинстве играем? Окей, хорошо. Но у них цели 12, а у меня... А, у меня 10, да, но я не на первом месте. Ну, то есть я работаю... Да, я всегда стараюсь вообще играть не на киллы, я играю на выполнение задач, потому что когда ты выиграешь, ты получаешь больше опыта, ты получаешь больше профита, нежели чем ты на херачишь много киллов, но при этом вы, блядь, всрёте, просто всрёте. Противник занял зону альфа. А, нет, диско вроде бы гоняет. А, диско, это новые типы, новые. Новые типы, которые к нам пришли на помощь. Там есть чел. И мы его уничтожаем. Да, конечно, долго, блядь, стреляет этот калаш. Сука, вышли, вышли. Ну, там уже тут трое просто. Нет, трое нажимало, трое там. Чего? Ее никто не убил? Вы чё, пацаны, блядь, двое вышли и не убили. А почему... А почему у меня не взорвалось? Подожди, почему граната сейчас не взорвалась? Я не понял, я что-то гранату закинул. В смысле? Что произошло? Не понял, подождите, давайте сейчас. А, все, вопросов нет. Захватываем Браво. Браво, захватываем, пацанчики, давайте посидим. Бля, ну они сзади еще сидят. Бля, ну это напалм, это лютая тема. Напалм у нас еще не готов, у нас 90... Дайте. Все, окей, пацаны. Сейчас. Сейчас будет люто. А, мина сработала. Нет, вы помрете и так. Но очень долго они что-то умирают там. А, готов, все, окей, смотрите, теперь мы делаем вещи. Теперь мы делаем. А что там за вещи делают? Ребята другие. О-о-о! На подавление работает, чел. Ну, переспешил. Или не переспешил. Блять, ну почти захватил. Ну, вот и никто же не заходит. Вот никто же не заходит. Вот они, видишь, вот они стоят просто и ждут, когда их просто расколбасят. В секторе обнаружен самолет шпион. Не заходит и все, просто не хотят работать, пацаны. Не знаю, диск у него престиж очень лютый, и он просто от... Ну, не знаю, я хз. Блядь, заебись просто, чел. Ай, да ну. Сейчас, кстати, попробую вам продемонстрировать вот эту... Вот эту штуку. Там получается 10 патронов. Теряем зону альфа. Ну это я не промахнулся, если что. Там уже, ну видите, то есть на самом деле очень мощное оружие, крупнокалиберное. Я вам хотел его показать, да, там я, конечно, заминжевался, но противник захватил. Оно того стоит. Ага, нету там было стоять, братан. Сори за мат. Блять. А его я не заметил. Последний момент только шлифанул. Кстати, мы проигрываем. Нет, ну мы не проигрываем пока что.
Бля, ну вообще лучше, чтобы они зашли туда. Бог с ним. Идут, там идут. Идет, чел. А, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть, я бы захватил бы эту точку. Пацаны, надо захватывать. Ну нет, ну что вы делаете? Ну почему вы сдаете? Почему вы сдаете позиции? Почему вы сдаете позиции? Они просто сдают позиции. Они сдают позиции, понимаете? Я практически захотел, но вот видите, да, что я делаю? Я просто делаю все максимум. То есть, если у меня возможно захват, я сделаю захват этот. Все, я как бы, ну, стараюсь все по максимуму сделать. Не знаю, давай за машину. На подавление тоже не сработало. Пел ушел. Она даже не выходит. Она, то есть, видите, настолько они крысно играют. Ну, реально, что они просто. Нет, зачем ты меня стреляешь? Да. Ну, у нас челики, да, конечно. Одна цель, как-то выполнена. Цель-указатель уголек, кстати. А нет, посмотрите, кто-то пытался захватить. Кстати, кто-то пытался захватить реально, да. Но. Ну вот это выходы, конечно, ты когда с гранатой бежишь, ты уже ничего по факту не сделаешь. То есть тут только сос принять и все. Гранатка не долетела. Кстати, по идее мы можем, да? Что-то сделать. Ну нет, мы там захватываем, да. Да, поражение, конечно, было очень печально, потому что 40 убийств, 26 смертей, 30 целей. То есть 30, вы понимаете? То есть у меня престиж, я не знаю, там вообще чуваки без ничего играют. Ну я не знаю, это какой-то походу лютый престиж, может просто залагал и не показывает. Но чел просто, понятное дело, что недавно 11 уровень, это у него вообще 11, окей, от него ничего не требуем. Но диска это какой-то диск в натуре. То есть я не знаю, что это за престиж, но это в любом случае престиж. А там, кстати, посмотрите, там все с престижем. Удивительно, что мы вообще, в принципе, первый раунд затащили, хотя у нас двое отключилось. В общем, карта очень офигенная, мне понравилась, драйвовая. Плюс еще сейчас в игре действует вдвоение именно конкретно в Cold War, поэтому если будете играть Cold War, у вас будет хорошо падать опыт. Сейчас мы выйдем, чтобы нас не находило катку, то есть видите, практически целую. Обычная игра, то есть это не. Куда здесь? Это не какая-то там Warzone, да, еще что-то. Это обычно вот каточка, и у нас практически целый уровень капает. Очень прикольно все сделано. Карта реально красивая. Ждите следующий видеоролик, потому что в следующем видеоролике мы посмотрим огневая группа канал связи. Очень похоже, типа что-то а-ля Warzone. Не Warzone. Кстати, я почему-то думал, что примерно в такой стилистике будет новая типа Warzone. Warzone на самом деле сделан совершенно по-другому, но это очень похоже. Карта, кстати, карта здесь очень прикольная. Я не знаю, почему они не используются в Warzone. Потому что когда вот Warzone добавляет разные ивенты на таких вот маленьких картах, да, то есть там 30-60 человек, ну не 30, наверное, нет, наверное, 50-60 где-то вот так вот. А вот карта здесь прикольно используется. Есть конкретно чисто зимняя, есть летняя карта. Очень похожа, кстати, с Black Ops 4. Кто играл в Затмение, тот вспомнит эти карты. Вот очень сильно напоминает такие вот карты. Но в целом все очень прикольно, красиво и четко выглядит. Будем играть, будем прокачивать, будем смотреть. Ждите следующий видеоролик. Обязательно ставьте побольше лайков, побольше оставляйте комментарии. Конечно же, подписывайтесь. Если хотите сыграть вместе, то в описании я оставлю ник от Battle.net. Добавляйте, поиграем вместе с вами, друзья. Если хотите обзоры на какие-нибудь пушки, потому что я как-то делал обзоры, ну, неплохо так, в принципе, набрал, учитывая, что у меня колды особо-то нету. Если хотите какие-то обзорчики, да, то обязательно пишите, я постараюсь что-нибудь интересное замутить. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.